Едем на рыбалку. Чуть-чуть туман стоит. Вот такие дела. Время без 28. Вот такой щуренок. Какие зубы, ой, мощные. Такая малявка. Отпустить ее, что ли? Давайте отпустим. Пусть живет. Мы же этот профессионалы, да? Классно, не уходит, смотри. Бывает окунь долбанет. Так ты думаешь, что там щука на 2 килограмма. А там маленький окушарик. Вот такая вот рыбалка хитрая. Ух ты, есть! О! Хорошая! Иди к папочке! Отцепилась! Ура! Ух ты! Щука! Окунь! Окунь, окуняра, окунище, вот опять смотри, за 3 крючка. Я, кстати, видео смотрел, как окунь под водой клюет, прям за хвост берет. Ну, о, какой красавчик. Ух ты, ничего себе, это щука, что ли? Ёпарасте. Сейчас уйдет. Ага, точно ушла. Блин. Всем привет еще раз. В общем, у меня поломался спиннинг. Поехали мы домой. Взяли другой спиннинг и переехали на другое место. Посмотрим, что здесь будет клевать. Такая речка, бахтамырка. Так, спиннинг Шимана. Вот шот. 270. Такой вот длинный спиннинг. Блесочка, колебалка двойная. Есть! Эх ты! Вот она, щука. Вот и первая щука, ребята. Только заплыли, уже есть результат. Небольшая, правда, но есть. Вот такая красавица щука. Ух ты, ё-моё! Нифига себе! Ух ты! Не уйди, не уйди! Ничего себе! Да я, зараза, иди сюда! Да небольшая, знаешь, как тянула мощно? Или это с этим спиннингом она так, не знаю. Я вообще офигел, ещё такой удар конкретно. Смотри, вообще небольшая, да? Нифига она потянула. Она, щука, взяла хорошо. Первый раз так за это лето так хорошо щука у меня взяла. Это такая небольшая. Щука клюет. Ух ты, ух ты, есть. Эх ты, ушла, ё-моё. А? Да.
два раза била и потом взяла и свалила. Ух ты, опять смотри, ёпрасты. А, ну это не та точно. А? Ага. Но это другая. Та больше была. Это маленькая. А это щука. Ух ты, опять смотри-ка. Эх, хороша. Хороша. Еле держится. Давай. Вот она. На второй раз взяла. Молодца. Твес. Я даже тем с белым спиннингом так ловил. Возле лодки. Ох ты! Ты смотри какая бойкая. Эх ты, ничего себе. Эх ты, дикоседая. Блин, лилия мешается с салагой. А? Вот оно, щуко. О, вот это побольше чуть. Пойдет. Хе, смотри, вообще. Смотрите, как еле-еле прям. Ну, хотя, ну да. Чуть-чуть бы слабину дал, она бы ушла. Блин. А? Конечно, столько щук вытащить. Вот она. Красавица на праздник к нам пришла. Ой, взяла хорошо. Ага. Ё-моё. Иди сюда. А, зацепилась. Ух ты, сидит еще, смотри. Сюда! Ё-моё! Чё так брыкаться? Капец! Ага! Еще секунд 5, и она бы себе челюсть разорвала. Ничего себе. Вот она. Так, смотрим наш улов. Так, сначала мой улов. О. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Теперь деда на улов смотрим. Ничего себе. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот такой наш улов сегодняшний. С утра еще поймали 10 на двоих. И сейчас 23. 23, да. Такой улов.
Щучки все неплохие такие довольно. Вот. Всем пока. Удачной вам рыбалки.